27 июля 2022 года. Там вот новые дома на улице Заречной, которые я снимал в прошлом ролике. Мельница Бакина, река Цон в той стороне. А я иду в сторону Крамского шоссе мимо вот этой часовни или храма, я не помню, как он называется. Может быть, Лазаря Сербского, не помню. Я потом напишу название к ролику. Вот такой храм деревянный, очень красивый. И Георгий Победоносца, вот там Георгий Победоносец нарисован, поражающий змея. А там за забором богатырская застава. Там много чего есть. Я там ходил и ролик снимал. Можете ввести Дмитрий Зарла, богатырская застава. Я туда не пойду сейчас. Там очень много чего есть. Животные пасутся там какие-то. Но я так мимо прошел. Вот хочу снять этот храм. Вот. Потом вот эти стены с вот этими сооружениями богатырскими. И там еще есть такая скульптура деревянная. Три богатыря. Вот их тоже сниму. И поклонный крест, и все, наверное. Здесь есть где погулять, это интересно, все такое. И там я ходил, и сюда тоже залезал. Но сейчас мне просто, я как бы подустал, тут поработал немного. Поэтому ограничимся внешним осмотром. Вот такие сооружения. Богатырская застава. Высокие такие бревна отесанные. Там впереди Крамское шоссе. Это богатырская, как я понимаю, беседка. Там стол, можно дождь переждать, посидеть, отдохнуть, березки. И вот, видим, подходим. Фигуры трех богатырей с копьями стоят. В той стороне город Орел. Крамское шоссе. Вот. То есть, прямо если дорогу перейти, Орловское лесничество, написано Обкомовские дачи. Там пляж хороший. Я его тоже снимал. Плотина. По запросу Дмитрий Зарла. Знаменка, плотина, пляж, река Цон. Можно найти. И вот фигуры трех богатырей. Ну, я их тоже, в принципе, снимал. Так просто мимоходом. Замечательная скульптура деревянная, даже подсвеченная. Знаменская богатырская застава и поклонный крест. Его я тоже снимал недавно вблизи. Ну, в общем, поклонный крест с палисадничком. И там вдали въездной знак Орёла. И корова даже пасутся. Вот я тоже все снимал. В общем, как-то так. В той стороне шумит Орел. Это Знаменский лесопарк, дубовый лес. Там вот остановочка, мост через реку Цон. Гостиница вот вижу даже. Заправка там еще. В общем, мы находимся на левом берегу реки Цон, а там правый берег реки Цон через мост. Вот, я сейчас иду в сторону Орла. Вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Дмитрий Зарла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте.